Биржа деловых контактов – это проект Союза Орловской торгово-промышленной палаты. Вот уже в третий раз он был реализован на базе Аграрного университета имени Парахина. Мы проработали базу наших сельхозпроизводителей, а также тех предприятий, которые могут быть им полезны. Сегодня наши сельхозпроизводители получат информацию о тех возможностях развития бизнеса, которые представляет Федеральная палата. Это проект «Агрозакачество», потом наш Центр поддержки предпринимательства и другие институты, которые работают на их развитие. В основной части мероприятия орловские предприниматели сели за импровизированные парты. Задача рабочей встречи не из простых. Всего за 2 минуты нужно презентовать сидящему напротив коллеги свою компанию и попробовать найти способы взаимодействия друг с другом. Помимо деловых контактов, участники имели возможность получить новые знания для развития собственного бизнеса. Сегодня участникам данного мероприятия буду рассказывать о тех мерах государственной поддержки, которые можно получить у нас в регионе. И о финансовой поддержке, и о консалтинговой поддержке, и о выходах на новые рынки сбыта. Именно те меры, которые реализует государство для наших предпринимателей. Встреча объединила тех, кто работает в сфере зерноводства, овощеводства и растеневодства. Сергей Соколов – частный предприниматель. Много лет он занимается выращиванием грибов в Орловском районе. Цель моего прибытия сюда – я ищу переработчиков своей продукции, для того, чтобы моя продукция была не сезонной, скажем, в основном нормальная реализация свежих грибов проходит только в зимнее время. Вот. Поэтому есть потребность найти переработчиков грибов. Благодаря такому формату общения завязываются тесные промышленные связи внутри региона, а агропромышленный бизнес на Орловщине получает новые возможности для развития. Юлия Савельникова, Артем Горохов, телеканал «Первый областной».